Привет, с вами Ардентис. Сегодня у нас будет на обзоре новый альбом группы Аматори All Stars Live in Moscow, который был записан на концерте 23 апреля в Москве в честь 20-летия группы. Этих концертов было пока два, планируется еще в Питере. Выход этого альбома на видеоформате уже был, вы можете посмотреть на Ютубе, уже группа выложила. Здесь два компакт-диска, аудио, поэтому группа решила на физических носителях все-таки оставить только аудиоформат. Сводил альбом Николай Баженов, который сводил также десятилетие группы. Вот, оформлял этот альбом я, был арт-директором, впрочем, как и десятилетию. Очень классно все выглядит. Давайте сейчас посмотрим все это поближе. Я пока налью пивка, вот, привезенное из Питера, как раз тоже юбилейное. Я думаю, что многие, кто был на предпросмотре этого альбома в Питере, послушали, попробовали это пиво, да? Пилснер. Все круто. Давайте теперь посмотрим это издание поближе. Здесь 28 страниц буклет. Золотое тиснение. Матовое здесь на матовый лак. Так, компакт-диски. Посмотрим. Тут еще классная фишка. Вот здесь с лазером. Видите, как написано? Да, вот так на двух дисках. Под диском у нас первая часть. Тут вот сейчас текущий состав группы на сцене. А где второй диск? Тут юбилейный состав с Урбановским, Игорем и Алексом. Пиво вкусное. Давайте посмотрим, что там на страницах. Так, ну, спасибо тем, кто поддержал этот релиз на планете. Вот, перечислены все эти имена. Логотип 20-летия. Фотки с бэкстейджа. То есть он даже вон я есть. И каждый музыкант по одному развороту. Lexus, Димон Рубановский, Алекс Павлов, Игорь Капранов, Сергей Раев, Димон Хелдим, Илья Борисов, Даниил Светлов, Денвер. И информация по релизу, да, то есть все вот эти вот кредиты, можно так сказать. Так что 24-28 страниц буклет, два диска. Также будет вкладка с автографами. Вот, кстати, вот такой, кто был на концертах. Вот такой вот бейдж с этого концерта. О, оригинальный плейлист с автографами, который мы использовали как раз вот на этой банке. Вот они здесь есть. Ой, флаком. Кстати, кто пил пиво, отзывайтесь, как оно вам. С вами был Ардентис. Специально для Hangover. Всем пока.